этом видеоролике я постараюсь пройти Endless Mod, но только за диджея Спикермена. Так, выбираем диджея Спикермена. Где он у нас? Вот он. И выбираем Sound Steelmana. Так будет немножко легче. Идем в Endless Mod, бесконечный режим. Так, я уже появился, поставил диджея Спикермена, фронт диджея Спикермена. Сейчас у нас третья волна. Надеюсь, мы как-нибудь сможем дойти хотя бы до 30-й волны. Кстати, идея подписчика из прошлого видео. Я же просил, типа, писать мне комментарии, типа, для нового видео. Подписчик мне написал: пройди бесконечный режим. Я постараюсь пройти бесконечный режим, но только за Frost DJ Спикермена. Так, ну у нас третья волна пока что. Сейчас нам надо накопить 500 баксов, чтобы раскачать. И будет он у нас наносить сколько? 500. 500. Да, будет 500 наносить. Его максимум это сколько? 800 хп он будет сносить за... Если его, короче, до конца раскачать, то будет по 800 хп сносить. Такс, диджей против диджея. Ваши ставки. 1805 хп. И у него. Ваши ставки. Понятно. Да, печально. Диджей. Да, это победил. А он его проиграл. Жаль его. Очень жаль. Вам его жаль? Если вам его жаль, ставьте лайк. Так, спасибо еще за такую большую активность на видео. Вот, видео набрало целую 1000 просмотров. 1100 просмотров даже. 1100. И это видео снимаю уже на завтра. Как бы уже на вторник оно будет. Поэтому, возможно, видео уже будет больше. Возможно, 1200, может. Меньше, может, столько останется. Все равно большое спасибо за такой актив. Так, мы скипаем, потому что все равно кто-то прошел. И качаем. Вот у него появились две колонки. Такой весь голубой. Вот у него тут галстук вроде бы. Либо его нету. Он весь такой голубой, прям вообще капец. Так, вот у него уже радиус побольше. Это самое главное. Радиус и его сила. Ну, я думаю, то, что они слабенькие будут, скипаем. Потом мы поставим Сант Тимена. Пару там штучек, три штучки. И будем дальше раскачивать Фроджил и Спикермена. Так, пока что мы легко вообще побеждаем. Вот, Спайдер ТВ. Спайдер Тойлет. Такие тоже легкие. Так, сейчас опять ваши ставки. Кто будет сильнее? Диджей Тойлет или Фрост Диджей Тойлет? Ваши ставки. Я не знаю. Но Тихон точно сможет победить. Сейчас мы посмотрим. Диджей против диджея. И победил диджей. Диджей Спикермен победил. Круто. Все, он смог отомстить за свой прошлый проигрыш. Он красавчик. Ставьте ваши ставки. Сможем ли мы победить? Пишите в комментариях, до какой волны, возможно, мы дойдем. Но пока что мы еще только на 8-й волне за 4 минуты. Ну, волна сама слабая такая. Сейчас поставим Тимена вот таких. Поставим куда-нибудь вот сюда. Здесь они будут. Здесь будут ходить вот эти туалеты. Будут их стопить. Ну, такие уже большие, сильные. Потому что все большие туалеты почти стопят. Там только обычный Джимен и Мутант. Обычный босс Тойлет и обычный Мутант Тойлет. Так, но они очень слабые. Я считаю, то, что мы можем скипать. Даже не думаю, можно скипать спокойно, да, диджей? Потому что диджей за нас стоит. Он здесь за нас стоит. Я ему все, и он за нас. Как-то так. Можно сказать. Так, сойдет Large Glass Toilet. Ваши ставки. Не знаю. Думаю, то, что нет. Не сможет. Ну, 14 тысяч. Ну, слишком так много довольно. Что еще-то?
Очень много, я даже скажу, но не слишком. Так, с large glass toilet. Пока что еще нормально. Пока что еще ничего не нанес. Так. Давай. Ваши ставки. Нет, нет, не сможет. Ну, уже тут видно, понятно. Я не сможет, если его прокачать. Побыстрее, давай, 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 давай. Блин, не смог. Печально. 4000 у него осталось. Надо его раскачивать, так, знаете. А то... О, диджеи вышли. А то, как бы, он слабенький пока что. Надо его раскачивать, чтобы он был сильненький. Так, вот large toilet и dull cloth toilet. Скипа, они слабые. Учитывая то, что у нас так в 0,5 секунд. Еще 1500 баксов, и мы сможем раскачать. 1500 баксов, и мы сможем раскачать. Тут они дают по 300, и еще, я думаю, 200 за волну нам дадут. Ну, плюс еще 100 и 200. Нормально. Пока что мы еще выигрываем. Давай. Он прямо до этих достает, потому что у них вот эти захватывают. Скипаем и качаем. Вот. Мне кажется, вот последняя прокачка 3500, и нормально будет. Миниган Толя 25000, тут 14-25. Давай. Сейчас мы узнаем, сможем ли мы победить в следующий раз. Large Glass Toilet. Да, сможем. Потому что там даже 15 тысяч, а тут 4 тысячи. У него 25 тысяч, а у этого 14 тысяч. Да, ответ да, мы сможем. Это хорошо. Так, быстренько, 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 быстренько раскачиваем. За луну-то больше дадут. Все, раскачали. 1150, короче. 1150. Еще раз раскачиваем. Хотя бы одного. Все. По 300 вот дает. Буду давать, если всех раскачать, по 900 за раунд. Нормально. Так. Если тут они только будут выходить, все, то можно схипать. Ну так, больше денег будет. О, и третий. Нет, два. Ну, нормально. Я люблю, когда у вас столько маленьких выходит. Очень люблю. Уж не страшно, особенно когда какой-нибудь диджей стоит или там Титан Спикермен. Ну или так далее. Так, сколько у них там? 29 тысяч. Уже будет побольше. Там было 25 тысяч. Ну, пока что мы еще выигрываем. 14 волна, 8 минут. Так. Ого. Так быстро сносит. Вообще капец. Скипаем, конечно. Все, по 300 каждый дает. Вот, если когда... вот. Dull Cloth Toilet. Они же типа своими щупальцами, они тут будут останавливаться и его, их оглушать. О, оглушают, видите? Вот этого, конечно, и оглушили. Достали, наверное, или перезарядка их оружия. Ну, смотрите, еще такая идейка у меня появилась. Вот мы же знаем то, что вот в этой игре выходит туалет, и мы должны как бы ставить агентов, чтобы... чтобы их побеждать. А можно же типа сделать такую другую игру, где надо наоборот делать. Надо типа там тоже в магазине какого-нибудь покупать разных туалетов. И чтоб они вот как тут выходили отсюда. Только ты их прямо стал вот так вот нажимал. На эти штуки они выходили. Сколько у тебя денег есть? Вот так вот нажимал, и они выходили. А тут просто ставишь, и они вот так вот. Хорошая, конечно, идея. Может, в будущем еще когда-нибудь мы такую игру увидим. Конечно, маловероятно, но может кто-то это сможет сделать. Если что, я ни на что не намекаю, я ничего не делаю пока что. Но если вы зайдете в мой телеграм-канал, то что-то увидите. Так. Вот уже осталось, все, скипаем. И нет, мы пока что не можем улучшить. Я прямо уже настроился, а у нас тут всего лишь не хватает пару баксов. Сколько? Нам не хватает 20...
Нам не хватает 22 бакса. Да, капец. Нам 22 бакса каких-то не хватает. А тут уже боссы выходят. Ну, сейчас мы раскачаем до конца, и он будет прям уже вот такой. О, с елкой. Мы же знаем, что был Новый год. А его, кстати, убрали. Жаль. У меня он сохранился, я не удалял. Круто, естественно, очень круто. Так, сейчас мы раскачаем. Все, раскачиваем. Все, сам максимальный уровень. И такой радиус огромный, 50. Самый большой радиус у Титана Клокмена. Наверное. Титан Клокмен, это новый юнит, который добавили вчера. Вчера было новое обновление. Было новое обновление. И вчера его добавили. Это новый эксклюзивный персонаж, который стоит 799 робоксов. Я считаю то, что если вы там накопите, допустим, 2 или 3 годли, то я думаю, можно обменять 3 годли или 2 годли на них. На его, точнее. Так, пока что мы еще выигрываем. У Титана Клокмена радиус 65, еще у него есть такая пушка, он сам такой большой, крутой, мы можем даже посмотреть на него в лобби. Так, мы пока что выиграем, да я даже не привык, то, что у него такой большой радиус, еще такая атака нормальная. Конечно, небольшая, но нормальная. Сейчас еще мы скипнем, и вот нам дали 2000, мы еще поставим вот сюда, на мало. Надо больше диджеев. Согласна. Я в прошлом видео попросил вас, чтобы вы мне писали идеи для видео следующего. Мне написал человек, чтоб я прошел бесконечный режим. Я, конечно, сейчас стараюсь его пройти, но только за Frost DJ Спикерменов. Он мне подал идею, а я немножко её тоже, ну, что-то свое тоже добавил. В смысле, то, что только за Frost DJ Спикермена. Так, ну, у нас мутант вот, босс Толи. Думаю, можно скипать и раскачивать вот этого Frost DJ Спикермена. Нам нужно накопить еще 2500. Ну, уже 2402 доллара, чтобы раскачать Frost DJ Спикермена. Так, слышу, мутант Толи 2.0. Довольно-таки сильный. У нас осталось всего лишь 40 хп. Знаете, если я смогу дойти до 60-й волны только за Frost DJ Спикермена и Санктимена, пользуйтесь этим. Но учитывая то, что сейчас идет мутант туалет, и у него осталось 100 тысяч еще. Это плохо. Очень плохо. Сейчас я поставлю еще кого-нибудь. Так. 60 тысяч. Блин, как плохо. Не смогли его добить. Такс. Ставим. Скипаем еще. Улучшаем. Блин, надо бы его здесь вот так ставить. Мы сейчас проиграем. Такс. Деньги нужны. Давайте. Хлопайте их там. Не-н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 е. Мы не проиграем. Давайте. Ну не справится. Скипаем, качаем. Потно, все, хана. Наверное. Ну, вот этим точно. А ему нет. Блин, потно. Все, хана. Хана, все, потно, картопно. Капец. Ну, 22-я волна. Ну, и мы в этом видео узнали то, что мы не смогли пройти бесконечный режим. Только за... Frost DJ Спикермена. Я уже так обрадовался, думаю, мы сейчас пройдем. Все будет вообще капец. Круто. Ну, мы узнали то, что вот за этих юнитов мы не сможем пройти бесконечный режим. Я повторюсь еще раз. Кстати, тут какой-то легендарный персонаж. А, нет, это секретный агент всего лишь. Такс. Ну что дальше?
Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. И не забывайте писать свои идеи для следующего видео в комментариях. Все комментарии смотрю и буду пытаться снимать. А пока что на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Ну и всем пока-пока.